Альбом Кани удаляют с площадок. Видели новость. Но что поделать? Старается, да, он? Он старается и против него старается. А мы тем временем... Запись туалета будет на Boosty? Нет, бро. Это только в OnlyFans, да, я же говорил сегодня. Поэтому нет. Там-тарам-там-та-дам. Что это у нас такое? Это у нас второй выпуск, как я понимаю, да? Второй выпуск. Битва треков. Токсис и Молодой Платон. На самом деле, очень интересный замес. Егор Крид, Акулич, Генсуха. Жесткий мега-ультра-сверх-хайп, да? Надо посмотреть, что это такое. Насколько это интересно, ярко. И вопрос весь в том, в каком стиле это сделано. В каком стиле? Потому что как бы каждый из них умеет делать очень хорошо. Оба гика с точки зрения того, как работать в своем стиле. Оба делают очень чисто. Непонятно. Они оба да, такие в кантри, короче. Одному кантри, другому трэш-метал. Смотрим внимательно. Погнали, что нам предлагает Егор Крид. Let's go. Под предыдущим выпуском вы оставили целых 3 комментария о том, что нужно позвать Токсиса и Молодого Платона. И сегодня они здесь. Воу! Привет всем! Ребята, вы же сегодня не одни. Да. Наваливают кринжа, да, короче. Такие, ну, типа, как это, как обычно ведутся передачи, да. Сегодня мы с вами. Вот это вот херня, да, наигранная. Круто, круто. И они это еще обыгрывают. Базар. Представьте, кто будет в ваших командах. В моей команде восхитительная Анна Акулич. Аплодисменты, друзья. А в моей команде потрясающая, очаровательная... Кинсуха. То есть 2-2, да, они, получается, рубятся? Так, ну у Акулич мы трычок слушали, да? И вроде как она делает давно. То, что Токси с Молодым Платоном делают мощно, это мы знаем. Так. У нас сегодня пару, необычный да? формат, друзья. Мы решили попробовать что-то новое. До этого мы делали 3 на 3. Сегодня у нас пара на пару, 2 на 2. Скажите, пожалуйста, как у вас настроение, друзья? Замечательно. Заряжены на жесткий рэпчик. На жесткий рэпчик? Да. Дай бог. У нас тоже прекрасно. Мы готовы варить. Покажите лицо Суперстаса, пожалуйста. А что варить-то будем? Кукапить на хотбоксике. У нас очень легкие правила, о которых я прямо сейчас напомню. Есть рандомные жанры, рандомные темы, вы их вытащите друг другу. На написание трека будет... Жесткий рандом вообще. Жесткий рандом. Будет 3 часа. У вас у каждого будет по крутому битмейкеру. Плюс у вас будут крутые микрофоны сегодня. Они как Токсис привык писаться. А ты, кстати, как пишешься на студии? На хотбоксике. Уважение. Ну что, легендарные барабаны с жанрами и с темами. Прям по базе все, а? Прям все максимально по базе, как у нас на премии. Дэм, бро, только у нас лучше гораздо, на самом деле, лототроны. Потому что у нас они обклеены. Он у нас обклеен супер красиво. Годовая премия РЗТ. Перемеченная будет. Уже здесь. Кто из вас первый будет кому вытягивать? Дайте нас УЕФА. Обычный, легкий мужской спор. Давайте. Первый пацаны. Ножницы? Да, первый ножницы. Так, подожди, это будет странно делать надо мной эти движения. Поэтому я пошел к УЕФА. Ничего тогда. Платон. Уверенно, да? Я, пожалуй, отойду. Су-е-фа, су-е-фа. Что ты хочешь вытягивать, тему или жанр? Давай тему, тему. Давай, ты вытягиваешь тему, Наташа, потом он вытягивает жанр. Да, да, давай. Давай. И сотер на пол просто. А, я, подожди, подожди, стоп. Я же не рассказал, какие темы. Так, ребят, ну... Там нормально, да, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 тем. Напоминаю для всех, какие сегодня у нас темы. Это песня про любовь, пацанская, как у нас была в прошлый раз. Репрезент, но это просто песня о себе. Трек про дружбу. Самое халява, репрезент. Праздники, любые, какие хотите. Дис, можете... Праздники, такое, чуть-чуть кринжатина.
сложновато реализовать. Репрезент прикольно, дис, ну, такое тоже не всегда в тему. Друг на друга, либо на кого угодно, на что угодно, неважно. Школа, либо универ. Трек про игры. Трек про игры можно прикольно сделать. Любые, какие хотите. TikTok-хит. TikTok-хит, что угодно вообще может быть. И это может быть прикольно для обоих них легко. Ну, тут тоже можно поразмышлять как угодно. Свадебное. Бренды. Груз. Бренды можно зафлексить всяким речфлексом, да, там... Баленсиаги, вот это все, Рекованса, да-да-да-да. С днем рождения, конечно. Это жестко. Вкусная песня «Времена года» и «Город». «Времена года» тоже туда, в сторону школы, универа и свадебные, да, чуть-чуть кринги. Сложноватая, в смысле, тема. Так-то прикольно все, вопросов нет, просто сложные. Да какие-то сложные, какие-то легкие, да. Когда тема выпадает, вы можете... экспериментировать как угодно на эту тему. Давай, ты уже взял? Let's go. Йоу! Нет! Свадьба. Нет! Тема жесткая, отвечаю. Неужели это шансон? Говори. Мне повезло. Ребят, тема... Не-не-не-не-не, ребят, у вас тема праздники. Бля, ну да, кринж вообще. Бля, токсис мерзкий. Токсис натуре. Ну хотя нет, хотя нормально, можно. Нет, можно. Ну да, принятие. Стадия принятия происходит у Платона. Тайга, тайп бит. Можно же сделать все, что угодно про праздники. Так, теперь давай вы им тему вытаскиваете. Тикток хит, да, или репрезент, пиздец. ГГ. Не, нам повезет, я уверена почему-то, я прям уверена. Нет! Да нет, нормально. Бля, если вам пиздец повезло. Если честно. Нет. Ну, Анька сделала... Непонятно, кстати. Повезло. Игры. Ну, норм. Не репрезент, но тоже нормально. Игры лучше, чем праздники, 100%. У вас могут быть ролевые игры. Фонарем обломался. Ты не расстроился? Не, мне все равно. Рэп, любые поджанры рока, любые поджанры рэпа, кантри, джаз, шансон, фонк, кальянный рэп. Так, ну-ка еще раз, что пойдет там кому? Любые поджанры рока, любые поджанры рэп. Любые поджанры рок, рэп, ну оба смогут. Кантри, джаз, шансон. Джаз, кантри очень специфично, шансон очень специфично, как будто прям не очень будет. Ну, рафлотрек же только придется делать на шансон, да? На шансон придется делать рафлотрек. Джаз. Я вас понял, да? Он такой, new jazz! Можно, интересно, такой джаз делать? Ну да, почему нет, да? Значит, джаз тоже повезет. Шансон, new шансон, рейв шансон, рэп шансон. Пиздец, короче. Но с другой стороны, можно хоть что обыграть. Шансон, фонк, кальянный рэп. Вот фонк никак ты не обыграешь. Фонк — это фонк, да. И причем, вот это, кстати, кажется, что легко, на самом деле очень сложно. Потому что фонк много хитов, да, много переосмысленных поп-хитов, много всяких разных уже работ вышло, и как будто бы, что бы ты ни сделал за быстро, получится скучное дерьмо. Фонк как будто бы опасный. Кажется, что типа, о, да, это понятно, прикольно, качает, можно жестко проебаться. Кальянный рэп можно заугореть нормально, но сделать хорошо тоже сложно. Короче, рэп, рок, джаз. Прикольно. Аниме опенинг, кей-поп. Поп, поп. Ёбана, кей-поп, ужас. Поп-музыка пойдет, опенинг, жесть вообще, жесть. Музыка дабстеп, Дабстеп тяжело. Танцевальная музыка. Танцевальная музыка. Драм-н-бейс. Оба справятся. R&B и R&B можно. Любой жанр. Ух, блядь, ну это вообще имба. В смысле? Как? В смысле любой жанр? Ну, это прям слишком сильно от рандома зависит. Мне кажется, вариант любой жанр такой себе. Слишком это, ну, прям... Во-первых, это дает нереальную волю. Во-вторых, это как будто бы даже усложняет работу ребятам. Потому что, что бы они ни сделали, все скажут, бля, что вы сделали хуйню, вы же могли сделать в любом жанре. То есть это как будто бы дополнительную ответственность, что ли, вешает на человека с выбором. Мне кажется, не самый лучший вариант. Надеюсь, он никому не выпадет. Да, я так думаю.
Обла завтра, бро. Будет в списке в телеграм-канале. Вот здесь, конечно же. Что у нас уже, блядь, 110 тысяч, да, там, наверное? А нет, 93 600. Охуеть. Let's go. Если вдруг выпадает любой жанр, делайте любой, как вы хотите. Жанр... Жесткая имба. Вы можете использовать в любом элементе трека. То есть это может быть 6-секундный отрывок. Но главное, чтобы он присутствовал. С темой ровно такая же история. Вы можете не фулл трек делать про эту тему. Но чтобы была какая-то отсылка. Ну, халява, да, короче, халява. Так, с одной стороны, я понял суть. Суть в том, чтобы сильно не душить участников, чтобы не было говнотреков излишне, чтобы каждый чувствовал себя свободно. С одной стороны, это прикольно. С другой стороны, как будто бы человек просто должен делать... Это убирает, возможно, допуская, возможно, убирает элемент шоу. С точки зрения того, что, например, ребятам выпадает кринж-тема и кринж-жанр. И у них есть возможность сделать какую-то... яркую попытку, не особо напрягаясь над результатом в том плане, что, ну, типа, ну, кринж-жанр, кринж-тема, да? И может получиться что-то супер яркое. Если же давать им полную свободу, то, с другой стороны, есть возможность получать какие-то потенциальные хиты, которые можно даже выпускать. Блин, и то, и другое, да, в принципе, нормально. Кринж-тема слишком усложняет людям. Тут прям слишком свобода, да, свобода. Ну окей. Такая дискуссионная тема, можно подумать, да? Ну прикольно. У меня именно невезучая рука. Давай, я в тебя верю. Оп. Good. Хорошо. Это очень хорошо. Вам очень хорошо. Нет, реально. Танцевальная музыка. Да, я тоже так думаю. Супер базированная реакция от Платона. Да подожди! А что значит танцевальная музыка? Любой поджанр танцевальной музыки. Просто сейчас Club Type Beat сделаем. Это может быть и Jersey Club кусочек. Конечно! Это очень... Давай чать, Анютка! Слушай, я хочу тебе сказать, что у тебя... Бля, Платон нормально наваливает, да? Вообще неплохо. У тебя счастливая рука. Твой черед. Так, значит... Ну да, правильно сказал. Несчастливая, в смысле, для них, да? Для Токсиса с Генсухой. Поэтому она все по базе сказала. Счастливая для них, следовательно, несчастливая. Они же их оппоненты. Что, Наташка? Ну давай мне так... Шансон. Да, тоже. Хорошенькая. Что-то. Розовый. Вы прикинь, шансон. Пожалуйста, только не хип-поп. Кантри, блядь. Ребят, кавай. Ваш жанр аниме. Ой, блядь. Но с другой стороны, игры, да, у них же тема. А зачем ты кавай сказал? Ты все спалил. Потом. Подожди. Стоп, у вас аниме про что? Тема? Про игры. Ну, что-то. Аниме с играми как-то стакается более-менее. Ебать. Супер кринги. Про игры? Нет. Кстати, подожди. Реально Genshin Impact. А у вас про игры? Да, про игры. Аниме про игры — это супер. Да. Стакается. А у вас получается... Но тяжело, конечно. Там вообще халява, блядь. Праздники про танцевальная музыка, любой кальян, блядь, с днем рождения, там, со свадьбой, пиздец, там, с Новым годом. Новый год к нам мчится, стучится, там... Любую кринжуху, короче, можно закрутить. Ребята Токсис, команда Токсиса, Токсис Генсуха, они, конечно, сильно сильнее ограничены значительно. Прям 100%. Плюс 10к, минус 10к. Не Моргенштерн отправил 10 тысяч рублей. Привет, Риса. Пишешь, Риса, навряд ли мы близки. Прошу оценить новый дроп на Ютубе. Площадки здесь, выйдет сегодня. Спасибо, бро, встала в очередь. Разберем через месяц. Ну, то есть, через какое-то время, да, разберем. Встала в очередь, спасибо тебе большое. Ты как раз успел, потому что остался еще лишь один час до 16 числа. Так бы оно выходило уже в разных, так сказать, роликах. Спасибо тебе большое. Спасибо, бро, спасибо. Кай выложил новый трек в ТГ. Мы не смотрим, бро, сегодня. Тем более в телеграм-каналах, да, в особенности. Мы смотрим замечательное шоу. Вот, кстати, заинтриговали, да? Ну, смотрите, да? Вот я говорил о том, что, типа, слишком много свободы и все такое. По итогу у Токсиса с Генсухой довольно душная хуйня вышла.
аниме, опенинг и игры. Ну, слава богу, хоть стакается между собой, да? А то, прикиньте, там игры и кантри. Какие там игры, бля? С быком только если. Какие-нибудь, да, такие. Хуй его знает какие. Вот, поэтому игры и аниме опенинг как будто бы нормально, да? Поэтому... Не знаю. У Платона вообще халява, конечно, Сакулич. Вообще жесткая халява. Ну, смотрим. Танцевальные праздники. Ну что, ребята, Бимба. Мы начинаем. Это уже трек Платона. На самом деле, танцевальный жанр — это очень широкий жанр. Можно сделать Jersey Club. Так. Свежатина. Свежатина? Свежачок. Можно сделать. Да. Можно сделать прямую бочку, как у LG. Хочу. Можно? Да. Очень хочу. Мне... Да, ей же, наверное, петь надо будет, да, на припеве. Очень нравится эта идея. Мне очень нравится вайб такого LG. Я изначально хотела что-то клубное. Базар, базар. Клубная танцевальная музыка. Никакой. Я предлагаю, чтобы это стало хиточком, сделать про день рождения. День рождения девчонки какой-нибудь. Можно, да? Можно. Главное, тиммор. Командная работа, она все. Все, изи катка. Изи каточка. Изи. С другой стороны, что касается шоу. Если Токсис с Генсухой сделают что-то интересное, то в рамках конкурса эта кринжуха может быть гораздо ярче. Те, допустим, сделают Платон с Генсухой, Сакулич, они сделают простую поп-песню, хиток, да? Но в рамках конкурса кринжатина может затащить. Все решает. Весь вот этот творческий процесс. Я что-то начну надумывать, ты подкинешь. Я что-то за тебя, ты за меня. И вообще, ну, очень круто. Поэтому я уверен в том, что что-нибудь у нас точно получится. У искусства нет границ. Ребята, запомните это. Я реально буду стараться. Ну все, главное стараться, все. Такой подавленный вайб, да? Они, короче, такие, бля, аниме, опенинг, игры. Да, у нас все получится, да, никакой разницы нет, да. Искусства нет границ, мы можем сделать. Подавленный вайб жестко, короче. Платон такой, да, блядь, да. Все получится, ребят. Да-да-да. Усердие и труд, все перетрут. Да-да-да. Да, да, да. Друзья, вы знали, что в Золотом Яблоке при покупке онлайн-карты Damn, у вас есть возможность записать видео поздравления для своего близкого человека? Чеш. Смотрите, как это можно сделать в следующем кадре. Заходим в приложение Золотого Яблока, выбираем подарочную карту. Здесь можно менять дизайн, выбирать любую сумму подарочной карты, которую вы хотите закинуть. Так. Выбираете контакт своего друга, кому вы хотите отправить карту. Пишите любой текст поздравления. Можете добавить имя отправителя. Ну и дальше записывайте само видео поздравления. Вот так легко здесь можно сделать видео поздравления. Поэтому, друзья, ссылочка будет в описании. Damn, bro. А вам всем приятного просмотра. Окей. Окей. А еще вы можете поставить, да, да. Ну что, ребят, громко, громко. Я хлопнул. Я появился вообще неожиданно. Громко. Так, тема. Праздник. Так. Танцевальный праздник. Танцевальный праздник. Знакомы с Кидмелтом, нет? Конечно, конечно, уже давно. Это же Sky Cassie. Вас не нужно знакомить, пацанчик, у вас двигался. Энергия произойдет. Какие... Какие... Какие идеи? Удобно, что да? У вас там? Я видел то, что ты что-то уже накидывал, да? Что-то... Короче, LJ вайб. Пластик зашел, звучки отобрал. А вы хотите полностью танцевальный трек? Да. Полностью? Да. Всегда прямая бочка? Да. Да. Реально? Да. Конечно же, да. Нам нужен жесткий работаем. Клубняк. Окей. А какой праздник у вас будет? Вы же понимаете, день что... Рождения. Вы же реально? Вы про днюху пишете? Да, конечно. Типа каждый день как день рождения? Ну не. А что? Ну мы, допустим, сейчас зачитаем про день рождения какой-то девчонки, типа вот. Типа сторителлинг. Вы на дне рождения? Ну да, типа. Но вы же можете вообще чит-код сделать. Вы можете просто сказать любую и типа для меня это праздник. Все. Ну это какое-то читерство. А тогда вообще ну, какой да, смысл да, да. в том, что это праздник? Типа если можно вообще так перекрутить, что типа для меня праздник день кирпича. Давайте. Да, ну так же можно. Да почему и нет? Почему нет? Насколько вы креативны, как говорится. Вот так хорошо. Мне так нравится. Быстрее всех в ауте. LJ попёр. Целые подружки, быстрее всех в ауте. У меня в дискорде есть и хака.
Ты для меня праздник. Не, лучше под этот трек, чем под рёв. Ты для меня праздник, твой зад меня дразнит. Я не думал, да-да-да-да-да-да. А чё за имба, Егор Крид будет придумывать? Такой LJ вайб реально будет. Ну, по-любому попсовый припев нужен. Конечно, конечно. Типа понял? Да, нихуя он сочиняет. Ты для меня праздник. Ты для меня праздник, твой зад меня дразнит. Я не думал, Такой LJ вайб реально будет. Ну, по-любому попсовый припев нужен. Конечно, конечно. Типа понял, такой руки вверх type shit, но при этом на молодежный вайб. Да вообще сюда хип-хопчик не хочешь вставочку никакую в куплет. Чисто всегда прямая. Вот непонятно. Ну, как будто всегда прямая. У вас, типа, ну, такой секси вайб получается, если честно. Mm-hmm. Детка, там, вся хуйня. Mm-hmm. Ладно, я пойду посмотрю, что там у ребят пока. Давай. Давайте, удачи вам. Еще зовите. Когда будете мелодию придумывать. Нормально, да? Пришел, короче, раскидал за мелодию, то вставить. Вот так сделать, все, поняли, да? Творческий процесс можете начинать. Ну, вот в этих рамках... Опасно, кстати, то, что он накидывает ритмику, потому что как бы он довольно уверенно это делает, и это может немного сбить. Вот теперь эта хуйня постоянно играет, допустим, в моей голове. Вот он напел. Ты на меня праздник, твоя жопа меня дразнит. Все, пиздец, попер, да? Опасно. Его же можно было обрабатывать. Если поразмыслить логически, никак такое мясо не стоит есть. А у вас все нормально? Там уже почти трек готов. А мы вдохновляемся. Да. Ребята, надо трек делать. Давайте. Блин. Давайте смотреть вместе. Погнали. Ну что, ребят, у нас аниме про игры. С Нестом вы знакомы? Да. Нест. What? Next Extreme. What? What? Какой биток, что делаем? Как будто хочется какую-то мелодию в стиле... Что происходит? Регалии? Да, анимешную мелодию. Куча мелодий, можно сейчас просто послушать, выбрать что-нибудь. А он что-то в руке держал, да, наверное? Глоис, слишком глоис. Мясо. Нравится? Но мне кажется, нужно вначале дать... Ну да, эпичные регалии, да? Аниме-опенинг. Прям вот классический. Не, мы хотим интруху сделать, а потом после интрухи сделать с драмкой другую немножко. Seriously? Пока вот так сейчас интереснее задумка. Да, да. По сути, вот аниме-тема, ты же можешь просто... В смысле? Подождите. Да, аниме. Побиток. Ну что, ребят, у нас аниме про игры. С Нестом вы знакомы? Как-то мы упустили этот момент. Я не знаю, упустили ли этот момент вы? То есть они работают со старичком Нестом, получается? Окей. Да. Нест Экстрим. Какой биток, что делаем? Как будто хочется какую-то мелодию в стиле регалии. Да, анимешную мелодию. Хорошо. Куча мелодий, можно сейчас просто послушать, выбрать что-нибудь. Да. Глоис, слишком глоис. Мясо. Нравится? Но мне кажется, нужно вначале дать аниме-опенинг. Прям вот классический. Не, мы хотим интруху сделать. Угу, Токсис не дает вмешиваться в свой процесс творческий. Он знает, что надо делать. А потом после интрухи сделать с драмкой другую немножко. Seriously? Да, да. По сути, вот аниме-тема, ты же можешь просто там, я не знаю, столько что глаза как аниме, все. Ужасно. Ужасно. И у нас бан влетит в канал сразу. Ну потому что наркот... Да все? Че? Делаем? Я переживаю, потому что у той команды реально уже половина. Бро, все, кука.
Давай мелку вот. Мелку просто выберем и поверх. Давай еще мелодию. Давай, вот блять, вот я сам. Да, Токтис пошел, короче, вообще до полностью в творческий процесс. Прикольно. Много. Так, ладно, выбирайте, я приду к вам. Так, ребятки, что могу сказать? У команды «Молодого Платона», конечно, это сильная фора в плане бита, в плане темы и жанров. Все так. Потому что у них уже половина готова, у Токсиса с Наташей все очень тяжело, потому что они оба не шарят за аниме-опенинги. И мы сейчас вот зашли, начали смотреть в Ютубе, как бы не знаю, что у них получится, но я в них верю. Ставьте лайк, если верите в них, что у них получится классный аниме-опенинг. О нет. Че у вас тут как дела? Пришел Егорыч, и у нас еще не готово. Нам стыдно. Вы решили сменить соус. Реально? Да, на Ануасте 2012. Да, ну на. Да. Серьезно? Вот смотри, вот знаешь, что я хочу? Есть вот такая вот тема. А как ты пришел к этому, ты мне скажи? Как мы с ЛДЖ перешли на Ануасте? Ну давай рассмотрим все варианты. Очень-очень-очень. И ты чисто как Анастин. Реально, давайте сделаем какой-нибудь вайб типа Евро 2012. Неплохо. Неплохо. Ты что такое необычное? Ну вообще можно. И нужны снега звезд. Прикольно даже то, что он скипнул вообще, чтобы не это. Да-да-да, круто. Скажи только твои купы, шоколада сложим. Да, let's go. Let's go. Да, мы делаем это. Окей. Хорош, Платон. Давай, 5. Я вам так скажу, у них сейчас пока все очень сложно идет. У нас просто поиск реально, свега. Я понял. Как это с аниме связать, братан? Сейчас подумаю. My fucking sounds fire, bro. I'm gonna lie. Ну нужен припев, бро. Вот теперь нужна твоя помощь. Давай. Хорошо. Только не играй в игры, знаю, что здесь ты. Я не играй в игры со мной, знаю, что ты пишешь другой. Не играй в игры со мной, знаю, что ты пишешь. А здесь надо менять уже. Другой. Каждый раз, когда пишет, да, мясо. Ну это хит. Чего хотите? И аниме-опенинг, у нас и воксы будут. Мясо, все, мясо. Все по тематике, мясо. Мы все сохранили, бро. Вот это мясо, что будет, отвечаю. Не играй в игры со мной. Да просто, блядь, Егор Крид записал бы припев. Знаю, что ты пишешь, другой. Каждый раз, как слышу голос твой. О, как слышу голос твой. Каждый раз, как слышу голос твой, каждый раз, как слышу голос твой, мне все тяжелее быть одной. Мне все. Вау. Тяжелее быть одной. Легенда, блять. Егор вывез. Все, натусь. Ну, блять, 500 миллиардов лет в создании поп-припевов хитовых, кочевых. Насчет Неста сомневался? Да нет, бро, ты чё, пиздец, я наоборот не сомневался. Я на самом деле имел в виду, что как бы, ну, при всем уважении к первой команде, ну, как будто, как бы, да, все-таки я наоборот о том, что Нест это разъеб, да. Теперь должна просто въеб. Не играй в игры со мной, знаю, что ты пишешь другой. Каждый раз, как слышу голос твой, мне все тяжелее быть одной.
легенда и регетон драмка. Да! Мясо! Все, бро, спасибо. Да не за что. Спасибо. Процентики просто накиньте. За припевчик. Сейчас сюда пойдет, придумает, да? Yeah! Yeah! What the fuck? What the fuck? Я сочетаю праздник, what the fuck? Тут все пьяны, но это ты. Ты сон его то. Вот первая была хорошая, слышь? Вот, мне кажется. Я захожу на праздник, what the fuck? Тут все пьяны, я один. Захожу на праздник, what the fuck? Мясо, надо вот так трек начинать. Захожу на праздник, what the fuck? Тут все дэнсят, чё так? Тут все дэнсят так. Ты одна дэнсишь не так. Захожу на праздник. Дэнсишь не таешь. What the fuck, диджей полный мудак. Мясо. Топ? Да. Не-не, средний. Диджей полный мудак. Было. Хотя в стиле Платона он попал. Попал. Ты танцуешь одна. Одна. Ты танцуешь одна. Ты танцуешь одна. Ты танцуешь одна. А может еще строчку, типа. Ты танцуешь одна. Та-та-та-та-та. И я плеваю. Я вижу тебя. Нет. Это ты полную строчку делаешь, а типа ты танцуешь одна, и я вливаю та-та-та-та-та-та. Я вливаю или я не знаю, я... Что-нибудь такое. Что за бит, блин? Я вливаю. О. Вообще другую хуйню сделал, но норм, да? Ну-ка. Со мной, знаю, что ты пишешь другой. Каждый раз, как слышал голос твой, мне все тяжелее быть одной. Чуто-чуто. Вау! Пиздец. Это было не фейк удивление, это супер база. Слышал голос твой, мне все тяжелее быть одной. Еб! Бро, это крейзи. Yeah. Тяжелее быть собой, yeah. Like no, no, oh, yeah. Even in the dome, yeah. Ну что такое? Давай заново. Crazy. Yeah. Мне труднее быть собой, я флексен на ногу. Да, да, погнали. Флексен на ногу, я не веду ее домой, я. Дует. Yeah. Мне труднее быть собой, я флексен на ногу, не веду ее домой, я. Давай сделаю. Крейзи. Дальше. Я не могу быть собой, я 30 барабанов, я иду к тебе с войной. Bitch, I'm feeling like Rick Astley. Старая машина, любёвая самая машина, которую ты сейчас помнишь. Волга. Да. Пулапаешь на Волге, я пулапаю на Тесле. Мне сказали тему игры по ЕЦРИЧЕФ. Да, давай. Не смотрю аниме. Если честно. Строчка, смотри, включи. Нам не русский дизайнер, не хватает Кани Веста. Нам не Гоша Рубчинский. Нам не Гоша Рубчинский, не хватает Кани Веста. Нам не Гоша Рубчинский, не хватает Кани Веста. Мне нужны ключи. Я хочу ключи. Вообще, слушайте. Мне не нужен ты, а ты. Тара-тара, ключи. Только на ключи от твоей машины. Типа того. И потом то же самое, только от квартиры. Типа ты предлагаешь мне ключи от своего сердца, но мне нужны ключи от твоей квартиры. Ты хочешь предложить мне опять свое сердце, но мне нужны типа ключ от сердца, но мне нужны ключи от твоей машины. Да. Вот это мне кажется офигенно вообще. Ты меня отшиваешь так красиво. Типа. Я сегодня одна. Не нужен мне ты, та-та-та, нужны ключи квартиры. Я что-то не особо ложится. Сегодня одна, не нужен мне ты, нужны ключи от твоей квартиры. Может быть, что ты подарил от сердца ключи, но мне нужны ключи от твоей квартиры. Я твой подарок. Сегодня Егор Крид против Егора Крида. Восстание Егора Крида в 4. Да, не нужен мне ты, не нужны ключи от
твоей квартиры я сегодня одна. Не нужен мне ты, не нужны ключи от твоей квартиры. От твоей машины. А я с первого раза... Первый раз квартиру, второй раз машину. Или наоборот. Ты ключи от твоей... Та-та-та-та, автопилот, та-та меня вот, на-на-на-на меня ведет, та-та-та-та-та, на-на-на-на, я. Включая автопилот, разливают мое, как в бизнес-классе, и меня уже ведет. И по телу тепло, но не от тебя, я. Больше работы, больше вокала, конечно, там они сделали призвуки, да, легкого вокала, но она по нотам хорошо прошла, концовочку прям с оттяжечкой оттянула, да, Гинсуха имеет в виду. Здесь прям, ну, больше очень много разнообразного вокала. Друзья, прямо сейчас в моем телеграм-канале проходит конкурс на 200 тысяч рублей. Вот это, кстати, база абсолютная. Прямо сейчас в моем телеграм-канале проходит розыгрыш, да, 50 премиум Spotify на полгода, 50, и 50 Telegram премиумов на полгода, и 50 премиумов на Spotify, да, от зеленого звука, прямо сейчас проходит род, это не пиздеж, у вас есть еще где-то, наверное, часов 12, чтобы поучаствовать, да, 100% база, блять, там уже не 81 тысяча, там уже значительно больше. 100 призов получается. Да, тут всего 200 тысяч рублей, а у нас 100 призов. Хотя, если по деньгам посчитать, почти, да, почти. И все, что нужно, это быть подписан на мои соцсети. На мой Кик-канал, на котором я провожу свои прямые трансляции. Ссылочка на пост будет в описании. Подписывайтесь на соцсети и жмите кнопочку «Участвовать». Всем желаю удачи и приятного продолжения просмотра битвы треков. Ну что, друг... Да, на самом деле тоже участвуйте, да, братва? Тоже участвуйте. Мозги поебали, конечно, но участвуйте. Друзья, наступило самое-самое интересное. Наконец-таки треки готовы. Я вам хочу сказать, что сегодня мы услышим точно два хита. Сегодня будет... Да-да, сегодня будет два... Не, ну команды жесткие, конечно. Команды жесткие. Ребята, да, конечно, вообще, блядь, хитмейкеры. Монстры, да, вообще, сцены. Девушки тоже умеют петь. Как бы... Причем, как бы, ну, направляют, помогают, да, объясняют мастера. Как будто бы это действительно может быть чем-то очень большим. Два очень сильных трека. Я хочу обратиться к ребятам. Как вообще ваши ощущения? Что вы ждете от треков оппонента? Давай с тебя начнем. Андрей Токсис. Танцевальная, крутая песня у ребят, наверное, будет какая-нибудь. Да, такая. Еще, наверное, про день рождения, да? Да, и... да, про день рождения. Ну, не факт, потому что там... Про праздники, надо было сказать. Праздники, платья. Ну да, кстати, мы... Да-да-да. Может быть. Это она как в фильмах, да, такая, типа, когда преступник палится с преступлением. Типа, когда кто-то говорит, что там произошло убийство, да, убийство. Он такой, да-да, вот когда его зарезали. В смысле, блядь, а мы никогда не говорили, что мы его зарезали, да, типа. Так и здесь, да. День рождения. А, в смысле, праздники. Ну, любой праздник. Спалило. Да-да-да. Ну, как будто бы, не знаю, ну, прям танцевальное, как будто что-то в стиле Платона. Рейд был. Приветствую всех. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Спасибо. Смотрим базированный видос. Ну, что-то какой-то с изюминкой 100%. Ну, 100%. Изюминка, вот. А вы что ждете от команды Toxis сегодня? Ну, мы ждем что-то типа аниме-опенинга про игры. Ребята. Аниме-опенинг? Да. Да. Про. Арюга-рюга, да, из Тетради смерти, да, бро. Что, наверное, про игры, соответственно. Да, Counter-Strike, FIFA. Но мне кажется, это не такой, типа, Counter-Strike, FIFA. Мне кажется, он так, какой-то злючий трек, как будто у них можно будет. Как будто что-то злое у вас. Crazy. Такие вы злые. Я предлагаю сейчас скинуться на Суефа, двум капитанам команд, и решить, чей трек мы будем слушать первыми. О, так, нет, стоп, так я и сказал, двум капитанам. Конечно же, девчонки. Да-да, Давай. Решалы. Первые ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. И чё, вы выбираете, чей трек слушаем первым? Их? Ребят?
Давайте. Первый трек слушаем, ребят. Let's go. Ну так нам же интересно. Зачем мы играли тогда? Ну что, друзья, я представляю вашему вниманию охрененную песню. Я правда хочу вам всем сказать. Будем слушать здесь. Чтобы у вас было такое вот предвкушение. Давай, я считаю, что эта песня 100% чартовая, 100% трендовая и хитовая. Let's go! Захожу на праздник в этом фаде. Следующий клип есть сразу. Дамит. Чартовая, 100% трендовая и хитовая. Без стопов. Let's go! Захожу на праздник в этом фаде. Диджей Пол ему так. Ты танцуешь одна, и я вливаю разноцветный коктейль свой кар. Ты сегодня моя. Давай снимай с меня бан. Я твой подарок. Я танцую одна. Не нужен мне ты. Не нужны ключи от твоей машины. Я танцую одна. Неплохо. Не нужен мне ты. Не нужны ключи от твоей квартиры. Тебе только мой железный конь. И пентхаус, он помыкает хаус. Улыбаюсь тебе. И хороший ритм. И в Москве, на твоем дыре. И как держать, что меня нету в твоем виш-листе. У тебя сучки подруги запускают про меня слухи. Ой, хорош, хорош, МП. И я смешался с тобой, наблюдаю за тобой. Отличный пар пошел. Захожу на праздник, what the fuck. Диджей Пол ему так. Ты танцуешь, damn, бля. Я вливаю разноцветный коктейль свой кар. Ты сегодня моя. Давай снимай с меня бар. Жестко. Я твой подарок. Я танцую одна. Не нужен мне ты. Не нужны ключи от твоей машины. Я танцую одна. Это дерьмо хорошо звучит. Включая автопилот, развивает моё, так в бизнес-классе и меня уже ведёт. По телу тепло, а мне тебя, я. Это джин-тоник, я хочу новый фончик. И ещё квартиру в центре, BMW с тренировкой. Мальчик, прыгай за столик, у меня к тебе вопросик. Можешь ли ты это сделать, подари мне ещё один нолик. Захожу на праздник, what the fuck. Диджей Пол ему так. Ты танцуешь одна. Окей, допустим. Танцую одна. Допустим. Не нужен мне ты. Не нужны ключи от твоей машины. Я танцую одна. Сложные партии дали. Сложноватые партии дали, правда. Как будто бы вот этот вот перебежки с речитативом. Не нужен мне ты. Стоп-кадр, да, я мастер стоп-кадров, поэтому тут как бы... Да, это так, я крутой, я знаю. Ну чё, в целом, конечно, сильно. Просто исходя из того, как песня вообще пошла, просто она пошла прям действительно как большой хит и супер база. Второй парт «Переход Платона» — это было нечто. Конечно, они попытались сделать сложно и интересно, чтобы и ради конкурса было прикольнее, чтобы и Акулич было побольше, да, ну, чтобы, типа, не только она там чуть-чуть там «ля-ля», «да-да-да», и все, типа, да. Вот, ну, какие-то довольно сложные парты, на мой взгляд, дали, и не совсем там BMW, вот эта вся тема, да, какие-то ускорения. Как будто Платон это все придумал, душный Платон сам для себя, да, и сказал, а ты тоже так можешь, ну, иди вон, сделай, попробуй. Поэтому как будто опасность немного, да, немного опасность. Припев у нее хорошо получился, довольно эмоционально, живо. Поэтому, короче, как для поп-песни, избыточное усложнение, на мой взгляд. Это просто долбежка, да, где ты едешь, да, вот как Данрусов, конечно же, написал, да, ты едешь в кальянку в Майбахе и просто слушаешь эту музыку на всю громкость. Все. Наташа, все хорошо, не переживай. Нет, ну база-то понятно, что отлично. Эти два трека отдельно не будем завтра разбирать. Надо, конечно, послушать, да, можно было бы. Можно бы, конечно, послушать отдельно. Можно было бы послушать, конечно, чтобы типа баллы накинуть, да, в нормальном качестве. В нормальном качестве. Через час выйдут, ну, в любом случае, завтра.
Парт пиздато придуман. Ну да, блин, конечно, конечно. То есть, как бы придумано это все круто вообще, сильно. И припев, она молодец, вопросов нет. С припевом все нормально. Сложноватый парт. Я думаю, завтра ознакомимся с тем, что выйдет на площадке. Насчет завтра не знаю, закинем в голосовалку, посмотрим, да. Чтобы поточнее послушать, там, поперематывать, вот это все. Мы все-таки шоу смотрим, да. Посмотрим, как оно выйдет по итогу. Послушаем повнимательнее. Повнимательнее. Вот так вот. Что там в донате, чего? О чем-то еще, наверное, нет. Ну да, вот такой план. Закинем голосовалку. Очень много материала нас ждет, конечно, завтра. Бляха-муха, не знаю. Разберем, не разберем, не разберем. Молодцы. Сейчас. Блять, вот, вот поэтому я хочу треки. Вот это прям нормально, вот это норм. Это джин-тоник, я хочу новый фончик. И еще квартиру в центре, БМВ с тонировкой. Да, вот эти образы. БМВ с тонировкой. Кстати, да, тут, блин, такие призвуки при дыхании на концовочке. Мальчик, прыгай за столик, у меня к тебе вопросик. Можешь ли ты это сделать, подари мне еще. Тут больше эротики надо было навалить. Очень думает много о реализации. Очень много думает о том, как это спеть технически. Там-там-та-та-там-там-там. Там-пам-па-па-пам-пам-пам. Та-да-да-да-да-да-да. А тут надо прям эротику давать нереально. Это же прям, ну, такая темочка прям. Захожу на праздник, what the fuck. Диджей пол и мудак. Ты танцуешь одна. Я танцую одна. Танцую одна. Вот это нормально работает. Это вообще норм работает, припев. Вопросов нет. Короче, для трека за 3 часа, для хайп-темы, для шоу, это избыточно хорошо. Все. Мы-то просто постоянно душим максимально, да, как будто бы невзирая ни на что. В целом, что касается быстро состряпанного трека, это избыточно хорошо. Я танцую одна, не нужен мне ты. Молодцы! Круто, круто, молодчины. Вообще супер. Спасибо большое. Вообще ну супер. Что, первое впечатление. Круто, круто, круто. Ощущение, опасность. Как будто трек длился типа 5 минут. Опа! По поводу избыточной сложности, да, разнообразия. Не, трек раз... Трек очень крутой, прям как Егор описал. Аня зарешала 100%. Базар. Я солидарен. Я солидарен с моим. Как вам трек? Хорош! Спасибо всем, спасибо. Ребят, можно я отмечу один момент? Можно погромче сделать? Я, если честно, в огромном шоке. Того, насколько классный текст. Самый кайф, что была тема праздники, и они закрутили это «Я твой подарок». Нет, супер. И самое главное, что они же сочетаются клип, круто. Клип, прям сильно, ребята, очень круто, реально. 100%. Не, круто. Вы сочетаетесь спасибо очень большое. На бите. Спасибо. Ну, то есть ожидания и реальность оправдали реально. А, ну, мне кажется, было круто. Давайте сейчас поаплодируем. Охеренный трек получился. Базар. Настало... От 1 до 10 чат. Топните. Что вы думаете по этому поводу? От 1 до 10 по поводу этого трека. Но человек, который косит под Бушидожо в этом видео, выдал базу насчет того, что трек длится долго за счет очень обильного парта второго. Да-да-да. Время команды Токсиса. Ты волнуешься, переживаешь? Нет. Супер. Все готовы? Да. Все, let's go. Погнали. Let's go. Это третья вариация голоса молодого Платона, хотел сказать. Третья вариация голоса Токсиса. Что ты пишешь другой? Каждый раз, как слышу голос твой, мне все тяжелее быть одна. Мне труднее быть собой, я сессо но но хоу, не веду ее домой, я не могу быть собой, я крикнул барабанов, я иду к тебе с войной, я
говорит, что заслышал на кварталом. Big Wap, делаю монеты, это игра. Money make, money make, money make, money make, money make, money make, money make. Я со своей шоке набита. Я прыгаю в машину, это езда. Я давайте вверх, бичам сунул на крикет. Лапаешь на буги, я лапаю на Тесле. Не смотрю аниме, похуй, если честно. На мне Гоша Рубчинский, не хватает Канье Уэста. Я не пишу другой, я выкинул мобил. Если сегодня сдохну, то возьму бабло в могил. Я сделал бу-бу-бу-бу-бу-бу, на мне волну. Убей твоего парня, чтобы ты меня любил. Хорошо. И opening, и closing, да, есть. Браво, браво. Неплохо. Неплохо. Бит неплох, весьма. Слышно плохо артистов на бите. Бит играет достаточно громко. Вот разница восприятия, да, получилась. То есть довольно классический Токсис у нас. Немножечко совсем Гинсухи, совсем немножечко, да. Вот именно подкладочка, такой там прям бэк-вокал, там поинтереснее прям было, да. Мейнкапа норм. Мейнкапа того же уровня, где быстрые перебежки у Акулич. Такого же примерно уровня. Много Токсиса, мало совместной работы. Норм песня. На мой взгляд, достаточно уверенную победу одерживает команда номер один. На мой взгляд. Потому что, во-первых, это командная работа. Во-вторых, это интересная, полностью реализованная история. И это, да, достаточно хитовая чартовая вещь. На мой взгляд, где-то, если говорить по процентам, ну, типа, если победитель — это сотка, да, победитель — это 100%. Типа 75 на 100, да. Типа вот так, достаточно уверенно, да. Что вы думаете по этому поводу? Что вы думаете по этому поводу? Крит сказал, что Токсис и Гинсуха 3 раза трек переделывали. Да? Первый лучше. Один или два? Просто кидайте цифру. Один или два? Один. Один — это первый трек, конечно же. Два — это второй трек. Один или два? Один или два? Один или два? Два или один? Два или один? Один или два? Один или два? Один? Один, один, один или два? Два, 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 два. Что вы думаете по этому поводу? Да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Переслушайте Токсиса, да, да. Припев. О, блядь, припев. Сука, читаю чат. Голосование в чате, конечно же. Голосование в чате. Дмитрий Холод, организуйте, пожалуйста. Это трек номер один. Можешь написать даже имена, если что, да. Можешь написать прям имена. Токсис, Акулич. Нет, неправильно, да. Почему-то Токсис идет, молодой Платон, Акулич. Чуть-чуть в названии, да. Название чуть-чуть неправильное. Название неправильное. В скобках надо было тоже написать, да, значит, по-другому. Потому что идет Токсис первый, молодой Платон второй. А там Егор Крид, Акулич, Гинсуха. Надо было, наверное, поменять местами, да, девочек. Гинсуха, Акулич, чтобы типа первый. Бам-бам-бам. Ну, типа, вот это вот логика, да, логика событий. Да. Название для хайпа. Да это я понял. Токсис в начале-то пусть будет, не проблема. Let's go!
Голосуйте прямо сейчас, друзья. Прямо сейчас. Прямо сейчас у вас есть возможность проголосовать. Прямо сейчас. Первый трек — это первый трек, который был Акулич, Молодой Платон. Второй трек — это второй трек, который был Генсуха и Токсис. Прямо сейчас, прямо здесь решается судьба галактики. А мы слушаем ребят. Блин, жестко. Да, жестко вообще. Реально очень круто. Я не знала, что Натаха умеет, ну, правда. Ну нет, нет, ребят, так, перестаньте, да? Мы с Натахой. Да, да, да. Все поняли. Но она молодец, на самом деле. Во-первых, насколько я знаю, у нее не так много опыта, да, в этом. Битос очень сложный. Количество дорог и количество работы. Время ограниченное. Ну, реально, не в оправдании, я говорю. Просто, типа, ну, это не, она не Егор Крид, да. Понятно, что Егор Крид там встал бы. Так, что там? Какой бит? А вот это, да. И пиздец, да. С первого раза записал бы альбом, да. Как бы дело не в этом. Дело в том, что она как бы молодец для себя. Молодец. 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 Так, и чё? Кто? Кто победил? 48-48%. Вы что, угораете, что ли? 48-48%. Голосуйте прямо сейчас в чате. Наши общаемся постоянно, и я слушаю какое-то ее музыкальное творчество, и я хочу сказать, что я восхищена тем, какие ноты ты можешь тянуть. Спасибо. Вот. Ты что-то сразу все слушаешь. Да, да. О! Не, очень круто, это уже вообще абсолютно другой трек. Ну, мясо. Ну, они супер разные. И хорошо обыграли тоже. Друзья, слушайте два этих крутых трека на музыкальных площадках, ссылочка будет. Все, что ли? Это все, что они сказали по этому поводу? Где часовой разбор, бляха-муха, этих двух треков? В описании. Ну и, конечно же, голосуйте за того, кто вам понравился больше. Голосование, Егор Крид хочет сказать, что прямо сейчас находится в чате Twitch канала нашего, да, прямо сейчас оно находится. И по-прежнему на 48-48. Ой. Еще раз. Нет, супер. И самое главное, что они же сочетаются круто. Прям сильно, сильно. Я выделился. Супер. Все готовы? Да. Все, let's go. Погнали. Let's go. Играй в игры со мной. Знай, что ты пишешь другой. Вот самый высокий вокал, да, вот подкладочка прям хорошо идет. Как слышу голос твой, мне все тяжелее быть. Чуть-чуть, да, чуть-чуть рассинхрон кап небольшой. Да. Ну, как бы классический Токсис, как бы чего, он тут не может залажать. К Токсису вопросов нет с точки зрения подачи, ему абсолютно понятное флоу. Бит разъеб, ну, Нест хули. Иду ее домой, я не могу быть собой, я барабанов, я иду к тебе. Хотя, не знаю, как-то драмка чуть высоко, по-моему, бас не... Может, YouTube съедает, непонятно. Задумка, идея хорошая. То есть, почему этот трек хуже, на мой взгляд? Потому что мы тут что имеем? Токсиса, которого мы знаем, не на очень хитовом треке. То есть, в этом формате реализации у Токсиса есть хитовые вещи. Там есть вау-эффект. От необычного припева, от интересной работы с битом, достаточно необычным, да, тема тоже такая хитовая, понятная. Ну, в общем-то, все. И больше командной работы, да. Я думаю, надо еще раз сделать одну песенку. Надо больше времени дать. Надо дать больше времени, чтобы поработали девочки обе, я думаю, на студии. Причем под предводительством вот ребят, да. Я думаю, что и Сакулич, Молодой Платон, если бы поработал, объяснил, да, какие-то нюансы с точки зрения подачи. Ну, время, если было. Конечно, время нужно. Здесь то же самое, да, как бы. Лапаю на Тесле, не смотрю аниме. Похуй, если честно. На мне Гоша Рубчинский, не хватает Канье Уэста. Хороший патч. Я не пишу другой, я выкину мобил. Если сегодня сдохну, то возьму бабло в могил. Я сделал бу-бу-бу-бу-бу-бу, на мне волну. Убить твоего парня, чтобы ты меня любил.
платину там запародировал. Да, я думаю, что Аня и Платон выиграли. Прям 70 на 100, да. 70-75 на 100. Достаточно уверен. Угу. Давай с тебя начнем. Не нужны ключи от твоей машины. Я танцую одна. Не нужен ли ты? Не нужны ключи от твоей квартиры. Да, друзья, интересное шоу. Интересное шоу. Что хочу сказать. Считаю, что Егору Криду нужно вмешиваться чуть-чуть попозже, потому что с его творческим, так сказать, порывом, когда он слышит бит, и он может сильно сбивать ребят. Вот он заходит на припеве, да, то есть бам, накинул. Вот он ребятам припев накинул Токсису, он сразу пришел, когда еще LGF-ский бит был, начал рассказывать, как тут все должно звучать, и это жестко сбивает. То есть это немножечко вредит. Как бы, и мне кажется, ему надо подключаться, когда есть запрос. Или когда ребята что-то там уже сделали, допустим, помочь подкорректировать. Вот это будет очень прикольно. То есть, когда он вторые разы заходил, второй, третий раз. Вот это прикольно. А вначале прям наваливать свои темы, это жестко. Как будто бы. Он может, ну, слишком выдавить, да, их, так сказать, задавить, короче, он может своим творческим посылом, мне кажется. И это будет немного такое, да, не лучшим образом. Что касается варианта еще любой жанр. Это имба. Такое точно не надо, потому что это сразу гэп образует в голосовании. Кому-то шарик выпадает. Любая тема, любой жанр. Ну, что это за имба? А вторым выпадает, я не знаю, там, гимнасты на костре. Тема и жанр гипертрэп-метал. Да. Гимнасты на костре, гипертрэп-метал. Отлично. Любая тема, любой жанр, да, с другой стороны. Отлично, соревнуемся. Поэтому, мне кажется, тут надо быть, немножечко о другом. ТГК, Кэнджел. Не, бро, нет, трек на площадках. Нет, завтра посмотрим, конечно же. Мы все это завтра посмотрим. Все. Облу будем ждать. Нет, завтра все, бро. Завтра. Такая вот история. Спасибо большое. В целом, очень круто. Очень яркие ребята, очень живые ребята, большие молодцы, очень яркий выпуск. Егору Криду нужно чуть-чуть быть ведущим, потому что он слишком много участник, слишком много артист. Послушать, там что-то сказать, без накидывания ритмик сразу. На мой взгляд, если просто какое-то мнение интересно, то в целом да. Так. Еще какой-то момент, смотрите. Момент с треком. Как вы считаете, должны ли мы его полностью здесь смотреть, как сейчас смотрим? Или все-таки, это уже элемент шоу, да? Какую-то часть нам закидывают, а полный трек, типа тут мы смотрим сниппет, вот здесь на передаче, да? Сниппет и припев, а полная версия, когда треки выходят. Или это не пойдет? Как вы думаете? Должны смотреть полный. Прослушать и оценить надо просто. Зрители типа должны выбрать, да? Так как сейчас заебись. Ну да, типа... Еще вариант. Может быть какой-то вариант лайва. Короче, чтобы люди продолжали ждать треки, завтра выходящие. Какой-то парт, может быть. Там половину трека. Или, например, как-то там лайвом исполнены. Там не настолько они сведены. Ну, хотя бы параша, может быть, не сведенные. Топ-артистов, чтобы мы получали качество высокого уровня. Хихихаха от стримеров. То есть ты хочешь сказать, что молодой Платон и Токсис — это хихихаха от стримеров? И акули с Гинзухой, которые, в принципе, тоже поют и занимаются. Артистов высокого уровня — это кого, бро? Группу «Ленинград» Киркорова, при всем уважении, да, причем Филипп Киркоров нереальный мастер, который может и лайвом выдавать. «Единственная моя», его даже Егор Крид не перепоет. При всем уважении к Егору, опять же, я думаю, он согласится. Киркоров — это пиздец. «Ленинград» — это харизма, которую тоже сложно переплюнуть. Но о каких больших артистах речь? Слушай треки, а потом их смотрим видео, как делали с первой частью. Блин, тогда нет интриги нихера. Если смотрим сначала, слушаем треки, а потом смотрим видео. Как-то нет интриги, как будто бы.
мы, наверное, пусть будет здесь элемент шоу, мы, наверное, будем делать так. Мы смотрим шоу до вот этого момента. FIFA, мне кажется, он так... Когда они запускают свои треки. Как это злючий трек, как будто у них... до момента, когда они запускают свои песни. Я предлагаю... И после этого мы слушаем песни, смотрим до момента, когда они записали, слушаем песни, а потом возвращаемся и досматриваем до конца. С песнями, форматом, которые здесь, и со всеми мыслями, которые здесь. Я думаю, мы будем делать так. Да. Я думаю, мы будем делать так. Посмотрели до сюда, оценили песни. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Да. Такой план действий. Такой план действий. Сначала треки, потом видео. Нет, не хочу. Нет. Я думаю, что нет. Оценим треки и все. Да не, прикольно ты че, блин, прикольно же так смотреть. Как будто вайб в этом очень жесткий в самой передаче. Теперь, конечно, мы поставим Лукас. Красота. Красота на самом деле-то. Спасибо, друзья. Сегодня будет самка. Нет, бро. Все, я думаю, что. Не будет вау-эффекта от их процесса же. Да не, все, все норм. Без шоу оценивать. Да, без шоу оценивать не так интересно. Единственное, что я не знаю, типа, выкладывать ли это все... Выкладывать ли это все на Boosty? Фару смотрим. Сегодня, бро, только фреш-сеты видео. А вы же не знаете по поводу разделения еще. Подумаем, на самом деле. Как будто так и так шоу нормально. Зачем тебе ждать площадок? Ну а как треки оценивать? Как треки оценивать? В следующей части масленько будет происходить. Супер, бро. Прикинь, если MP и Toxis Flow обменяются. Справятся оба. Что один, что второй, на мой взгляд. Сейчас подумаем. Просто смотри, типа, я что думаю. Если, например, мы будем треки оценивать тоже, то как? Куда будем заливать? Можем залить, в принципе, на YouTube. Смотрим, послушаем. На YouTube пойдет. Все в смысле это, да? Вместе с этим, с шоу, да? Ну. Трек на площадке. Сейчас зальем на YouTube, да? И потом зальем на YouTube вместе с треками тоже. Да. Молодой потом с рейдингом справится. Не знаю, как будто еще другая харизма. Да, все. Спасибо, друзья. Было очень круто. Спасибо Криду за крутые движухи. Спасибо ребятам, что поддержали. Большие молодцы. Сорян, если я излишне душню, но избытки профессии, так говорит, как говорится. Да, спасибо.